Так, привет всем. 20-долларовая сессия. Почему 20-долларовая? Посмотрите мое прошлое видео. Итак, смотрим. Есть ли у нас где-то здесь звездочки? Нет звездочки. Здесь у нас звездочки тоже нет. Хорошо. Значит, у нас есть шанс выиграть что-то хорошее. О, пожалуйста, 5 долларов. 6, 16, 25, 8, 11, 15, 9... 18, 12 и 17. 26 и 27. 14 и 22. То есть в теории это может быть хороший выигрыш. Ну, скорее всего, будет, конечно, 5 долларов. Как и предупреждали, как и предсказывали эксперты-коммерсанты. 50 долларов нет. 50 долларов нет. 18, 3, 17, 4, 12, 29, 27, 28, 25. Вырежные номера будут 24, 26, 15, 23 и 7. 19 и 22. Не вижу. 8 и 9. Тоже нет. 9. Ключик. Здесь мы ищем звездочку, да? Если звездочка, значит будет 50 долларов. Двадцать 21, 14, 15, 8. 24, 27, 12, 19, 23, 9 и 4. Повторяющихся номеров нет. То есть, видимо, билет будет без выигрыша. 1 и 29. 11 и 16. Тоже вроде бы как ничего я не вижу. Ключик и лодочка. 14, 29, 12, 23, 1, 6, 13, 9, 26, 21, 28 и 19. Повторяющихся номеров мы не видим. 11 и 27. 4 и 17. 4 и 17. Тоже ничего.